Горячим одобрением встретили советские люди постановление февральского пленума ЦК КПСС. С конкретными предложениями на заседании правления колхоза имени 12-й годовщины октября Владимирской области выступили председатель артели Лёзов и агроном Шилова. Реорганизация МТС нам даст оперативное руководство машино-тракторной бригадой непосредственно в нашем колхозе и рациональное использование той техники, которая находится у нас в колхозе. Да, мы купим всю технику. И купим ту технику, которая необходима для обработки наших полей. Механизаторы будут работать непосредственно в зависимости от получаемой продукции, то есть от получения урожая сельскохозяйственных культур. Будут более заинтересованы и качественнее будут выполнять все агротехнические мероприятия.